Беларусь отмечает свой главный государственный праздник – День независимости. Традиционный военный парад, трибуны, заполненные минчанами, гостями столицы, обращение президента республики. 25 лет назад наша страна обрела суверенитет и возможность самостоятельно выбирать путь своего развития. По воле белорусов День независимости отмечается в годовщину освобождения нашей столицы от фашистских захватчиков. Ведь для каждого из нас понятие «свобода», «победа» и «суверенитет» являются великими и священными. По главной площади белорусской столицы прошли 18 пеших парадных расчетов. Это более 3000 человек. Представлены около 130 единиц военной техники. В составе 10 парадных расчетов пролетели 45 военных самолетов. Я как россиянин считаю, что в интересах национальной безопасности России иметь рядом в качестве соседа прочную, стабильную, развивающуюся, экономически прочно стоящую на ногах страну. Вот этого я и желаю Республике Беларусь. 3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Именно в этот день, в 1944 году, советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Белорусский народ отдает дань уважения доблести и героизму советским воинам. Форма, в которой мы сейчас, это, в принципе, форма ребят, которые первые встретили фашистов на границе. Вот, мы порешили лучше одеть такую форму в этот знаменательный день, потому что все-таки это гордость и память наших, ну, как бы дедов. В праздничном параде по традиции приняли участие и российские десантники. После окончания парада праздник продолжился на площади у Минского дворца спорта.